Надеюсь, хотите прочитать? А, черт, откуда берутся эти чудовища? Мне удалось скользнуть, но теперь я застрял в этом подвале. Единственный способ выбраться отсюда через порт на уровне B3. Мне нужно найти лодку или что-то похожее, на чем перевозили исследовательские материалы. Единственная проблема — попасть туда живым. Окей. А че? Инвентарь заполнен, нет места для анестетик. Окей, чё? Отвалите, блядь. Сука. Фанаты. Блядь, куда же идти, сука? Проход перекрыт обломками, на другую сторону я смогу попасть. Хреново. Чувак, помоги, слышь? Ну, конечно. В смысле? Пойдем. Всем привет. Кажется, я нашла выход отсюда. Молодец, девочка. Показывай. Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами Dino Crisis проходить. Бляха-муха, что за херня? Я тут бегаю, не знаю, что делать. Заколебался уже с этими мелкими блядями. А там что нужно было сделать, чтобы он, блядь, этот лифт починил? Я не понял, что нужно было сделать. Нужно было хорошо, просто записку прочитать. Что теперь? Должно быть, отсюда мы можем попасть в подземный порт. Да, а! Давай так и сделаем. Я волнуюсь насчет Гейла. Наш бесстрашный лидер. Ну хорошо, идем. Я понял, где там мы. Это где грузовой лифт, да? Ага. Вышли, хорош, красавцы. Вот делали бы они все вот так бы. Я просто сидел бы, смотрел бы, нихера бы не делал бы, прошел бы игру бы и забыл бы про них. А то вот это надо еще тут что-то делать, что-то какие-то загадки. Нафиг оно надо. Так, и что, мы едем на нижний уровень, и что опять? Или вы еще ниже поехали? Что такое? Что случилось? А, наверное, предохранитель вылетел. Эй. Что происходит? У меня свет погас. Гейл, ты на этаже B3? Да, немедленно включить электричество. Да, включили. Гейл, неподалеку есть порт. Там должен быть какой-нибудь корабль. Понял. Кирка, беру на себя. Восстановить питание и обеспечить путь отступления. Понял. Что-то мы куда-то поехали в какие-то ебеня, блин. Ай. Мне, короче, писали в комментариях насчет этих контейнеров, которые я там двигал. Сказали, что типа надо было просто выйти из дверей и зайти обратно. Так а откуда я мог догадаться, что так работает оно? Что нужно зайти, и кто-то вместо меня их передвинет назад. Я что, вообще? Что ли? Как это до такого вообще можно, в принципе, додуматься? Не знаю. Что нужно просто зайти, и в комнате все восстановится назад. Я-то не знал. Что за... Батарея полностью разряжена. То, что... Да она не разряжена, чувак, прикинь. Она расхуёвана. Да и я заберу ее. Генератор не работает. А вряд ли его можно починить. Так, в смысле, а что ты тут колдуешь тогда? Где я вообще? Ну-ка, карта. Так. Это комплекс B3. Хорошо. Я здесь стою где-то возле вот этих дверей, да? Или нет? Так, есть что полезного? А что у меня вообще, в принципе, в инвентаре, я уже и забыл. Давай пообъединить так проще. Картечь, дробь. Ладно. Я там ракетницу не взял. Бляха-муха. Я надеюсь, я туда вернусь. Вот эта дверь. Где? Это закрыто, я понял. Чего тут тебе не... Дверь не двигается, поскольку генератор, дающий энергию для движения двери, отключен. Ладно, это нужно питание как-то подрубить. Окей, ищем батарейку. Нужна батарейка, или же ищем плоскогубцы, чтобы ее выровнять.
Блять, камера класс. Стоп. А-а-а, вот эта дверь открыта, подожди. Должна быть, в принципе. Генератор Б3. Генераторная Б3. А, генераторная, так вот, генераторная что-то. Сейчас тут все сделаем. Я же так понимаю, здесь никого нет? Вообще здесь никого не должно быть на этом уровне, никаких. Это двигается, я знаю. Вообще никаких динозавров не должно быть, они сюда никак бы не попали, блядь. Мы сюда еле попали. Чё тут? Умножитель. Бляха, мне некуда ничего брать, ну ты представляешь, ну. Я даже если сожру что-нибудь, мне даже, хотя медпакет большой могу один сожрать, хотя у меня тогда медика будет мало. У меня же там вроде есть умножитель. Что умножитель делает? Он умножает что-то. 2 на 2, наверное. У меня там вроде аптечки еще есть. Бля, я хер его знает. Так. Нужна карта-ключ не ниже класса С, чтобы управлять устройством. Чего? Вы уберете батарею? Так, снабжает генератор энергии для запуска. Отлично, есть бусковая батарейка. А этот не нужно? Или это туда батарейка? А здесь... Блин, на нем пусто, поскольку он не активирован. А где дверь-то? А, она здесь. Она же здесь, блин. Ладно. Я нашел батарейку, чувак. Сейчас я тут еще побегаю. Посмотрю, что тут есть. По территории, так сказать. Может, что по... Так, а тут, скорее всего, кто-то уже долбился сюда. И не даже запомнил... Гранаты. Так и нет у меня гранат, ну ёпта. Угу. Окей. Ясно, идем, значит, тогда генератор подрубать. Подожди, а как я подрублю этот генератор, если тут ничего нет? А ну отойди. То, что нужно, чтобы восстановить подачу энергии. А кто это сделал? Ну ладно, ты сам все сделал, красавчик. Позабочусь о системе безопасности, а ты займись путем побега. Ну... Путь побега, путь побега, путь побега, путь побега. И... Ладно, у нас две двери открылось. Теперь. Можно... Ага, две, конечно же, две, блять. Почему одна открылась, если там было написано, что нету питания к двери и... Ай, ладно, одно и то же было написано, но работает почему-то только она. Что-то очень сильное врезалось в дверь с той стороны. Ага, возможно, произошло что-то вроде взрыва, судя по запаху бензина. Может быть, что-то ебануло, может быть. А может быть, кто-то долбился башкой. Да не додолбился, блин. А может, передолбился, хер его знает. Кто тут штруляет? Так, я вижу какой-то диск. А, похоже, он неприменим для крана на этаже B1. Что неприменим? Кто неприменим? Так, давайте собирать всякую хрень. Сейчас посмотрим. Нужно три переходника. У меня вообще нету переходников. А где их брать, вы чё? Блин. Дай переходник, слышь? Один хотя бы дай. Во, спасибо. Только один, да? Ну, скорее всего, только один. А где? А где еще взять? Так, похоже, он не применил для... А что, опять я то же самое взял? Ладно. Что-то зачем-то надо, наверное, скорее всего. График показывает статус управления охранной системой. Я вот думаю, открывать вот этот переходник или не открывать этот переходник. Так, тут какая-то документация. Записка для персонала. Вы прочтете запись. Да. Внимание, Алан. Контейнер с оружием в основном оружейном хранилище будет вынесен из порта на следующей неделе. Пожалуйста, закончи ремонт крана в течение недели. Я передам тебе ЕК для открытия порта, чтобы ты смог завершить работу. Смотри, чтобы он всегда был при тебе. При тебе. Окей, а тут что? Подожди, а что это за комната? Ладно.
Так, ну-ка. Что это за комната? Главное хранилище вооружения. Может, сейчас тут надо будет свалить отсюда? Так, ну, вроде тишина. А, вон тачка врезалась. Блять! Дура! Ой-ё! Ой, бля! Ой-ё! Ебать! Чё это? Ха-ха-ха! Чё это? Я клацаю! Чё за хуйня-то? Ты кто такой? Так, это что такое? Реанимация, блядь, забрать бы. А ты кто такой, блядь? Блядь! Он здесь! Он тут! Он, блядь, пиздец! Я полез наверх. А чё за хрен такой? Ни хрена себе! Он там шумит что-то прям пиздец. А, выключайте свет от комнаты подъемного крана. Сейчас он не нужен. Вот, сука, падла. Ты видал, какой ублюдок? Почему его контейнером не придавило, чтобы он сейчас сдох, да и все? Мне же 3 карты, чтобы управлять им. Блять, а у меня 2. Ладно, это на карточке сюда надо, да? Вот, сука, падла. Что мне с ним делать? Может, его убить? Я вот не знаю. Да привет, конечно, ага, ебать. Блять, я... Их там, блядь, 2 почему-то нахуй. Чё за пи... А чё за ублюдки-то? Чё за ублюдки, откуда взялись-то? Слышь, чувак, там ублюдки. Чё с ними делать? Ладно, давай я, короче, съем вот эту. Чё за херня? И чё с ними делать? Я не хочу их стрелять. Если я их усыплю, то ничего, это... ничего в этом хорошего не будет. Снотворное сильное. А что если снотворное сильное будет? Снотворное суперсильное. Нокаутирует сразу, эффект длится долгое время. Снотворное сильное еще 3 штучки. Ладно. Тогда откроем вот этот. Да. Так, доступ у нас 2 уже желтых тоже открыто. Зажим, физраствор, реанимация. Дротик с ядом. 3 штуки снотворное сильное. Давай я сейчас... Да, блядь, что ты делаешь-то? Что я делаю? Так, картечь у меня сколько? 5. Дробь. Картечь. Пули. Может, картечь пока выложить? В принципе, можно. Так, смотри, у меня есть зажим умножитель. У меня, кстати, медпакетов херня, если чё. Ага. Давай вот так. Я выложу дробе... Картечь. Давай вот эту картечь пока выложим. Чтобы место было, так сказать. Умножитель. Анестетик. Сейчас будем что-то, наверное, скорее всего, крафтить. Но мне как-то надо и аптечки сделать. Так, еще есть реанимация, еще один анестетик. Ладно, давайте пока что крафтом займемся. Чуть-чуть кучку. Вот ублюдки крёбаные. Так, дротик, анестетик, медпакет большой. С умножителем. Это будет медпакет... Стоп. Я сейчас крафчу анестетик с зажимом. А зажим у нас
Предотвращает потерю из-за кровопотечения. Кровотечение? Это, в принципе, не очень. Да, если я умножитель... Стоп. Так, херня получится тоже, да? Херня получится тоже. Мне нужны аптечки. Как аптечки сделать-то? Зажим. Во! Что-то получится. А что получится-то? А компенсирует небольшую часть повреждений. Ну, это маленькая аптечка. Медпакет маленький, плюс-плюс. И аж три штуки дали. Анестетик объединить с медпакетом маленький. Во. Полностью восполнить здоровье. Хорошо. Медпакет средний есть. Два штуки. Тихо. Уже что-то. Анестетик. Ай, карта не туда. Медпакет большой есть. Анестетик объединить с медпакетом средним. То же самое будет, да? Давай, ладно, вот этот медпакет. Он все равно полностью восполнит здоровье. Их три штуки у меня. Хорошо. Умножитель, умножитель, умножитель. Что может умножитель? Умножитель может с чем объединиться? С медпакет средним. Да не. Херня какая-то, блять. А, так, есть реанимация еще у меня. Давай попробуем реанимацию сейчас. Что я с ней смогу? Ничего не смогу. Но реанимация — это когда я сдохну, но она мне в принципе не нужна, потому что если что, я загружусь просто, да и все. Реанимация. Да, блять, что так криво работает-то все? Беру снотворная картечь. Давай возьму снотворное сильное раз и снотворное сильное два. И медпакет, скорее всего, тогда я использую умножитель на медпакета средной. А зачем? Сколько у меня их? А если я медпакет средний объединю с медпакетом средним? Он остановит кровь, отлично. Медпакет большой, два штуки. Медпакет большой, два. Отлично же, ну? Не? Нихера? Снотворное сильное, медпакет средний. Блять, а что с этими ублюдками-то делать? Дротик с ядом. Бегать от них не получится, скорее всего. А где мне еще один этот ключик найти? Так, а тут что-то было, подожди, я же не брал. И, а, тут был этот. Тут было... Мы поняли, да? Хернюшенька была та, что открывает ящик. Чувак, что делать? Ну вот, ядро системы. Серьезные протоколы безопасности. Наконец-то достойные места. Она такая стала... О, серьезно? Круто. Подперла бошку. Так, здесь график чего? Какой статус управления охранной системой? Где мне третью эту взять? Это компьютерный терминал, контролирующий безопасность в зоне. Ну а почему я не могу контролировать безопасность в зоне с этими ублюдками? Так, смотри, наверху у нас там... Наверху... Одно место у меня есть. Наверху там есть у нас, короче, кран, который... Не-не-не, не хочу. Фу, так, а как же с этими? Может их не трогать просто. Чё у меня там вообще в дробовике стоит? Подожди, что у меня в дробовике стоит? Оружие. Дробь у меня стоит. Не, дробь не пойдет. Блять, ты дура! Ай, блядь. Ладно, придется... Я их могу двигать, круто. Только они же ненадолго. Спать легли. Они ненадолго совершают... Какого черта? Что за упыри-то? Почему они такие? Реанимация. Ну давай возьму. Выкину ее потом. Что у нас по карте? У нас тут есть одна дверь, которая вот эта. А там что? Блять, а здесь ничего, да? Точно. Блин, надо было их не трогать.
Мне же просто вот сюда пройти. Опа, они уже все, до свидания. Блядь, оно действует, сука, 15, сука, ебаных секунд. Нахер, нахер такое снотворное. В жопу себе его засуньте и прокрутите 3 раза. О, заебись. Меня пока не увидел. Ключ. Погрузочная зона. А вот и третий. Тихо. Так, тут закрыты обе двери. А надо за ключ карта уровня А или выше, чтобы открыть эту дверь. А это? Ага. Там не работает, тут нихера не работает. Эти уже, сука, проснулись, блядь. Короче, мне кажется, лучше загрузиться. Я просрал один дротик. Эти дротики какая-то херня, если честно. Нельзя было просто сделать здесь кучу патронов, чтобы я мог их убивать, и все. Блин, не знаю, было бы намного проще, чем вот это вот этими гребаными дротиками еще крафтить их. Знать, как их крафтить. Ну что у меня есть? Да, блять, буду. Ёб твою мать, опять та же хуйня. Так, короче, мне говорили, что можно контейнеры не ставить. То есть мне нужно просто взять и пройти к трупу. Давай я сейчас, знаешь, как сделаем. Смотри, сколько у нас вверх? 3? А это куда ты поедешь? А откуда он поедет-то? 3. Если вверх 3, это 1, 2, 3, аж на тот контейнер, что ли, поедет? Ой. Смотри, 3, 1, 2. А как мне, подожди, это сделать? Если я на 3 вверх аж целых еду. 2 сюда нет, 2 сюда тоже нет. Смотри, вверх 3. Ну ты куда ты поедешь? Давай посмотрим. Аж на тот контейнер поедет, да? Угу. И чё? Три вверх, 2 вправо. Ну ладно, давай так попробуем. Тут что-то как-то неправильно все. Так, взял, хорош. Красавчик. Но я могу, в принципе, его здесь оставить. А если я... А я могу вот так влево и вот так, например. Там я проход перекрою, да? То есть я тут не смогу гулять, хорошо. Так, и чё? Два. Один. А этот как убрать? Подожди, а этот как убрать-то? Который вот этот... Не, вверх на 3 нельзя, блядь. Я неправильно сделал, да? Хотя я могу тот убрать. А как? Можно сделать вот так. Вот так. Unhooked. Типа по центру поставить. И тут надо, короче, круг навалить. Я понял. Теперь мы берем, короче, вот тот контейнер, который у нас справа вот стоит по центру. Только как-то это надо 3 вверх, 2 вправо, 3 вверх, вправо, вниз, хукет, старт. Блин, а это посложнее чуть-чуть. И потом мы берем 2 просто вправо и хук, и все. И этот мы контейнер ставим. Надо unhooked его, блин, было сделать. Ну ладно. Это надо его вот так вот. Старт.
Бэм. А теперь просто два вправо. Два вправо и просто хук, ты все. Сказали, можно не отпускать контейнер. Тогда мне. Ну окей. Все, открыл. Только сейчас мне теперь опять же эти ебаные упыри будут мешать. Как мне теперь с ними опять бороться-то? Мне дротиков не хватит на них. Ну, пробежать, скорее всего, мне тоже не получится, потому что если они меня там зажмут, то мне пиздец. Опа. А куда они ушли? А куда они ушли? А, код. Хорош. Ключ ПЗ. Забыл, что за ПЗ. Диск вода W. Ну, что у него? Ничего нет. Отпечатки не нужно снимать? Подожди, а где эти делись? А где эти два ублюдка? А куда они делись? Они же спали, потом проснулись. А теперь куда они ушли? Скажите, что они здесь прямо сейчас сидят и за компьютером клацают. Вообще будет прикольно. Да не то реанимация. Как с тобой работать, ёб твою мать? Так, серия снотворная сильная. Сколько у меня снотворных? Есть дротики, там есть картечь, есть дробь. Пули еще есть. Снотворные у меня 2, и тут еще 6. В принципе. О, а тут есть медпакет большой. Давай я... Хотя без разницы, как я это сделаю, правильно? Доступ. Ну чё, я же могу две взять, ну ёпты мать. Большой медпакет давай я положу. Тогда возьму вот так реанимация. Сейчас я их просто скомбинирую. Вот, чтобы было меньше места. Вот так. Там реанимация, тут медпакет большой плюс. Медпакет большой плюс, медпакет большой плюс. Хотя он мне пока что не нужен. Я лучше снотворное, наверное, скорее всего, сильное возьму. Вдруг придется еще стрелять. Хизе вообще. Так, а что делать? К тебе? Ну вот, ядро системы. Нет, он то же самое говорит. Серьезные протоколы безопасности. Наконец-то достойная меня задача. Ты уже тыкаешь полчаса, чувак. Давай что-нибудь нормально делай. Так, мне куда диск-то? Диск, мне аж еще один нужен диск, правильно? Подожди, а я забрал карточку? Ключ... Смотр. Так, подожди, погрузочная зона. Пропуск ПЗ... Ой. С этим пропуском можно попасть в другие зоны Б3. То есть получается мне... Так, а мне, подожди, мне нужно выше А. Я хрен его знает, мне туда идти или нет? А. То есть я могу туда теперь... Так, блядь, там же сейчас стопудово какое-то говно будет. Ладно, давайте на этом, короче, закончим. Я уже что-то, я не знаю, блин, с этими... Юпери, это хуже рапторов еще или что? Почему они такие здоровые? Почему они такие быстрые? Почему они такие мощные? Что за херня? Я так не играю. Че вообще за динозавры такие? Почему на них нету на них данных ни хрена никаких, сука, не записанные падлы гребаные, эти как их называют-то? Вы поняли, да, которые эмигрируют. В общем, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Комментируйте. Всем до встречи в следующей серии Dino Crisis. Будем, не знаю, что делать. Все, всем пока.